Yelena Karopkina took a third place in the first semifinal heat of the women's 1500 meter race. Елена Коробкина заняла третье место в первом полуфинальном забеге на 1500 метров у женщин. Елена, поздравляю, как настроение? Спасибо большое, настроение хорошее, отличное. Я рада, что прошла финал. 4:05:18, твой новый личный рекорд, довольна? Конечно, очень довольна. Вы меня, правда, сейчас от вас это узнала, не знала своего результата. Вот сейчас довольна. Как будешь настраиваться на финал? Для начала отдохнуть хотелось бы. Ну и постараюсь не думать о старте. На стадионе очень шумно прыгает Елена Исимбаева. Скажи, это добавляет волнение или давление? Очень приятно. Публика поддерживает. Очень поддерживает это. Спасибо и удачи в финале. Елена Коробкина of Russia has qualified in the final in the 15-meter 100 race. She's saying that the presence of Yelena Isinbayeva gives her strength and the crowd supports her to a lot. You can probably hear that. She also didn't know her time. I told her the time and now she's happy and she's satisfied with that. It's her new personal best and now she's going to rest and do whatever she can in the final.